Красноярский край готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию. Этот вопрос во время рабочего совещания сегодня обсудил губернатор края Александр Ус вместе с председателем избирательной комиссии региона Алексеем Подушкиным. Напомню, голосование будет идти неделю с 25 июня по 1 июля. Это позволит избежать больших очередей и снизит количество людей, которые одномоментно находятся на избирательных участках. Они, кстати, все дни голосования будут работать с 8 утра до 8 вечера. Голосование действительно будет массовым, и абсолютное большинство наших красноярцев выразит свою волю по отношению вот к главному закону нашей жизни, нашей Конституции. Действительно, мы с вами находимся на пороге настоящего исторического события, голосования по поправкам Конституции, основному нашему закону. Как известно, отношение к этому уже выразил и федеральный парламент, и парламент регионов, теперь слово за народом. Наша комиссия, конечно, обладает большим организационным опытом. Я уверен, что все здесь будет хорошо. Чтобы защитить здоровье людей, на участках будут принимать все необходимые меры. Например, их обеспечат средствами индивидуальной защиты. Для участников и членов избирательных комиссий предусмотрены индивидуальные ручки для голосования. Помимо этого, на входе все пройдут температурный контроль. Первыми возможность посетить избирательные участки получили жители отдаленных и труднодоступных районов края. За ходом голосования там следят общественные наблюдатели. Всего в крае зарегистрировано больше 2 миллионов избирателей. Проводил видеоконференц-связь со всеми нашими председателями избирательных комиссий. Обратную связь получил о подготовке наших участковых комиссий уже сейчас к голосованию, поскольку уже, по сути дела, послезавтра начнется голосование. И мои коллеги заверили, что они дорабатывают последние штрихи, что называется, и 25 числа будут рады видеть наших участников голосования на избирательных участках.